В Норвегии высмеяли обыски у российских биатлонистов. Норвежское издание Dagbladet выпустило материал об обысках в гостиничном номере российского биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольцее. Статья доступна на сайте газеты. Материал вышел с заголовком «Пойман со спущенными штанами». В нем высмеивается поведение Логинова, которому было неловко сидеть в одних трусах во время обысков. Отмечается, что российский биатлон оказался нецивилизованным. Для великой русской истории вполне нормально, что, как обычно, Россия против всего остального мира, подытожили авторы статьи. 22 февраля в гостиничном номере Логинова и Евгения Гораничева в Италии прошли обыски. В Союзе биатлонистов России заявили, что итальянская полиция совершила проверки в связи с тем, что тренер спортсменов Александр Каспирович воспользовался аккредитацией ЮИ, выданной украинскими коллегами. При этом карабинеры были предупреждены о дисквалификации Логинова за нарушение антидопинговых правил в 2014-м. После Логинов заявил, что задумался о завершении карьеры. Он отметил, что устал от нападок иностранных коллег.